Всем привет, дорогие друзья! С вами Окси, и сегодня мы находимся на Gold Cup номер 5. Это финал между командами Forza Team и GMX Team. Так, ну что же. Ребята уже запустили лайф, не успел я на ножи. И смотрим. Пока что Forza Team разносят GMX-ов. Остаются вчетвером против одного Марика, но зная Марика, он может... И что же, Марик у нас... Марик... Сейвит... Марик делает минус, Марик минус 2. А, нет, он охраняет. Вау, супер Марик, минус 3. Марик, хорош. Да. Так. Отлично, Марик дает минус 3 и... защищает бомбу. Первая пистолеточка в атаку. Обе команды. У нас представители Российской Федерации. Gold Cup проходит на проекте Say Hello. Хороший проект. Подписывайтесь. Каждый день турниры. Можно сказать, каждый час фармиксы. Ну, отличный проект. В общем, пошли. Ссылочка на него будет в описании. И что же? Смотрим, уже делает по куче минусов, ну, я проморгал это. Итак, остается у нас один Даррен. Вау, Даррен, отличная реакция, минус Кюкли. И великий один против Даррена остался. Что же он сделает? Ну, великий, хорош, отлично. И счет 1-1. Ну что ж, давайте пробежимся пока что по составам команд. За GMX играет Марик X7, Даррен, Индеец, Уляля, ПВНС и Око. Ну а за Forza Time играет Великий, МХН, Кюкли, Флера и СР. Ну что же, смотрим. Марик делает опен фраг третьего раунда, забирает Сэра. Что же будет сейчас с 9? Великий заметил эними и пытается дать в мейне. Так, ой, флеру косит ПВНС. У, великий вешает хедшот индейцу. Это реконект? Да, реконект делает сэр. И спектора. Ну, тут око уже делает минус. И Марик добивает последнего игрока. Счет становится у нас 2-1. Forza Team впереди. Ой-ой-ой, вообще что-то я путаю, что я несу. GMX Team у нас впереди. Что, не знаю, не выспался я сегодня. И... ну, итак, смотрим. Сер поставил нас в АФК. Чуть-чуть. А выход у нас будет осуществляться на рам. ПВНС делает минус великий око. Забивает ВХН. И что же? Око минус 2. Даррен минус флера. И остается у нас один сэр. Сэр у нас на 9. Давайте посмотрим за его действиями. Ну, око делает минус 3. Что же, отлично. Ну все, GMX начали. В атаке. Ну, в принципе, я не вижу, что им сложно. Хотя карта дефенса. А GMX в атаке неплохо раздают ребятам из Forza Team. Итак, ну что же, смотрим, куда будет выход. Выход у нас считается на открытый Марик. Open фраг минус Кьюкли. Но великих делает минус 9, разменял. И что? Что-то дефенс не делает. Опорно открытый. Око замечает игрока. Минус. Даррен минус сэр. И флера под шквальным огнем остается. И лагануло ХЛТВ. Око делает опять минус 3, что ли? Око. Отлично идет, как и Марик. 9 к 2 и 8 к 2. И Великий у нас, кстати, не отстает от Рокки фраг лидера 8 к 4. Это Марик стоит в АФК. Что это? Сэра
пока, то матч пока. Ну и вот видим выход на закрытый. Индеец свой выносит за гранаты, да, делает минус 2, великий, минус 2, и что же, 3 в 2 сейчас остаются. Ой, око, минус великий, отлично. Ну что же, сэр нам сейчас покажет. Конечно же, знает, что ребята находятся у нас в нуле. Ой, мажет своего ФСР, ну. И что же сейчас будет? Сэр делает минус Марик, и око разменял своего тиммейта. 5-1, Джинекс. Я вижу, не напрягаюсь. Не напрягаюсь, берут раунды. Сэр опять АФК, что это? Ну, и куда на этот раз у нас выходит? Атака, атака, свободно заходит уже в желтый, индеец, опен фраг, минус квикли. Ну, я не знаю, что-то с фор зайти мне то просто не дают. Они свободно дают зайти на спот. Да, великий. Делает минус око, и Даррен разменивает. Слышим, как залазит у нас кто-то на 9. Марик стоит в АФК также. ПВНС. Делает минус СР, и... Что же? Ой, Флера, Флера, что-то ты затроила. Ну, Флеру забирают. И остается у нас один XN. МХН делает минус Индеец. Ну, не... Даррен разменивает. Да. Что-то с чем-то сейчас Джинекс показывает. Отличную игру. Ну что-то. Может, Forza Team неполадки какие-то. С игрой. Я не знаю, прям, что может быть. Может, с голосовой связью что-то у них не то. Вылет происходит у команды Джинексов. Вылетает вроде бы Марик. Да, Марик вылетает. Ну. Джинекс четвером уже неплохо справляется. Око минус квикли, око минус 2. Да, интересно. Подвисает халтовый чуть-чуть, великий, минус Даррен. Что же, Флера слышит, что прошли игроки. Ну, ой, ой, Флера, Флера, что это было? Сейчас спину могла двух, или мог двух забрать, но не забрал. Ну, да, отличная реакция сейчас была показана. Сэр. Что-то, сэр, подозрительный чуть-чуть игрок. Давайте за ним понаблюдаем два раунда. Я этого игрока уже полил софтом, но... Или просто никто сейчас такой же. Так, смотрим. Вау. Итак, что же, это был пинфайр от сэра. Вроде бы одна пулька была выпущена в сторону. Ну, утверждать не буду пока что. Джинексы четвером просто разносят дефенс. Сейчас вот. Вообще какой-то Unreal показывает. Ну и куда у нас будет? Атака. Атака выходит на открытый индеец. Минус квикли. Ну это запал. Это запал от сэра. Прямо очень такой неплохой. Префайеры. Ну все, сэр ВХ. Итак. Ясно все с этим хуйсосом. Я с Семи говорил уже. Не надо. Не надо играть с ВХшниками. Сёма мне не верил, это капитан команды, великий, у него никнейм. Но не зря сэр стоял в АФК. Я почему-то так и думал, что он подрубает. Уже три момента на сэра мы нашли. Ой, великий! Отлично! Да, отлично! Великий, великий, йоу, супер! Итак, ну что же, великий поиздевался чуть-чуть на... над своим противником и берет второй раунд в свою команду.
2-7 счет у нас. Ну давайте еще раз понаблюдаем за СССРом. Ну, в принципе, два таких запала уже хватит. Ага, модельки, квадратики. Что же, лагануло ХЛТВ, Даррен делает минус 2, делает минус, и что ж, Даррен минус 3, отлично. Ну и запало сэра, смотрим. Ага, прям модельку нашивает у нас сэр. Видишь, что моделька отошла. Ой, вот префайр божественный просто от сэра. Ну, индеец падает. Ну, Марик не прощает, делает минус 2. Что же. Так, смотрим дальше. Счет у нас... Итак, счет у нас 2-8. Джинексы впереди. Ну и давайте заключающий раунд от сэра. Раста конченого. Ага, модельки у сэра появляются. Ну, Джинекс дают просто, я не знаю. Показывает нам отличную игру Джинекс. Видишь, что моделька заскочила в ангар. Великий. Делает минус. Ну вот, опять вывод на модель. Ну что тут, все понятно. Вот, опять в модель. Ну, все, модель идет, парень. Ага, запал на модельку, запал. Вот, это... Ну вот, мы видим все, собственно говоря. Мой лаги ХЛТВ, как же они надоели, но... Джинексы берут 9-й раунд. Так, смотрим. Ну все, в принципе, с сэром тут все понятно. И были вопросы к Марику. Так, давайте посмотрим за Мариком теперь. Марик откидывает дымок. О, Марик, отличный хедшот. Ложит Леру. Ой, Марик минус 2. Ока делает минус великий. ПВНС забирает МХН. Ну и сэр нашего хашное чмо остается один. Раньше сэр играл под ником Башмак. Но когда на него сделали стрим Бастед, он сразу же поменял себе ник на сэр. Ну, вот инфа. Ой, ну это божественно. Да, сэр такое беспалевное. Ну все, мы не радуйся. По-любому ваша команда ТП прилетит. Из-за такого игрока, как сэр. Ну, жалобы еще были на великого. Давайте посмотрим и за великим, что нам он покажет. Итак, смотрим. Ребята заходят из атаки у нас на А. Марик уже делает минус флера. Все, откидывает Каешку. Ой, Квикли заходит сзади. Квикли минус Марик. Ну тут нашивают уже. Вот сэр, ну квадраты раздваиваются. Просто раздваиваются. Глаз сэра. Ну что же, Джинекс делает полный просто, я не знаю, разлом команды For the Time. Ребята, из Джинексов прямо идут топ-3 у нас. Это Ока, Даррен и Индеец. 15-8 и 12-9. А Forza Team великий 21-11 СР, 13-8 и МХН 6-12. Так, ну это выход на рамп. Марик делает тимкил. Да. Ока. Перестрелочку замечаем. МХН делает минус Ока. И Флера хелпует и забирает оппонента. И
смотрим. Марик делает минус 2. Ой, великий минус Марик. Индеец ложит сэра. Итак, смотрим. Что же нам сейчас покажет? О, великий, сносит просто голову индейцу. 4 к 10. Скоро затем также позади. Это last round. Я напоминаю, что с вами Окси, проект Сейхало. Подписывайтесь на проект. Также подписывайтесь на мой... на мою группу ВКонтакте. Ну, это World Cup номер 5. Смотрим. Давай. Даррен расстреливает прямо над мобилью. Сам бы забрал бы. Ой, Даррен делает минус 2. Ну, что же тут? Флера разменивает. Сэр там делает уже минус Ока. И Флера с сэром против ПВНС. Смотрим, что же нам сейчас. Джинекса. Берут ли last round? Или все-таки for the time? Ой, ПВНС делает минус сэра. И остается у нас один Флера. Ой, делает на величие от игрока, ну что же сейчас будет? Ну, тут ПВНС делает минус. Да, Jinx показывает супер игру. 11 к 4. Так. Смотрим. Лайф дают ребята сразу. Без пауз, без замен. Так. Так. Повторюсь, были жалобы на великого, давайте посмотрим сейчас. Что-то с великим завтыкал машину. Ну что же, ребята из Forza Team холдят на нуле, тем самым Марик уже взрывает одного. МХН. Скрип слышит флера оппонента. О, флера. Не слабо заходит. ПВНС. Марик уже заходит, просто жмет. О, делают ребята все по минусу. И остается у нас. Марик, что это сейчас было? Марик, не играешь ли ты с триггером? Или это просто лакал ТВ демки? Ой, какой демки, лакал ТВ. Так, смотрим. Что-то сейчас мне показалось странным. Марик вроде бы выстрелил в плечо, но попал в голову. Так, давайте понаблюдаем за Мариком. Осталось не так уж много раундов. Смотрим, что же сейчас будет. Ока делает минус флера. Ока минус 2, Даррен минус клюкли. И великого сбивает Ока. И остается один МХН. Что же, Ока минус 4 даст? Или нет? Даррен. Вау, Даррен минус МХН. 13-4. Ну, ребята из Джинексов просто сейчас играют. Да, лаги, вот эти халтывы, как же уже надоели. Ребята из Джинекс сейчас просто играют налегке, как замечание, не сильно напрягаются. Ну и вот Марик. Смотрим. Ока делает минус флера. Запал от сэра очередной по модель, чмот. И вот опять. Ну вот, опять модель. Ну что же я тут могу сказать. Forza Team, не берите таких конченых игроков. Как сэр. О, так, Марик. Индей
слышишь. Нет, индеец забирает великого. 14-4. Ребята из Forza Team прошли. Индеец. Свой индеец делает минус 2. Отлично, великий делает размен. И что же тут будет дальше? Смотрим. Нафиг. Фух, ты не поймешь, что они делают. Ой, нафиг делает минус око. Ну, индеец забирает. Last round для команды GNX Team. Я напоминаю, что это Gold Cup номер 5. С вами Окси и проект Say Hello. Итак, может быть, сейчас Forza у него не дадут ни одного раунда Джинексом, что маловероятно, кстати. И выход на спот. А, ПВНС. ПВНС падает. У нас в желтом великий. Сэром делают по минусу, но я не понимаю, как сэр еще умирает, вот, а? Ой, сэр, очередной запал от сэра, ну смотрите, что это чему творит. Даррен забирает Леру. Ну, выхата наверх не смотрит, сэр, ну что ж ты так неаккуратно. Остается у нас один великий против Марика. Ну все, сейвить смысла нету, Ока пишет уже ГГ. Ну, скорее всего... Это последний раунд. Да. Что же будет? Ну а зачем великий сейвит? Я не понимаю. Или что он ждет, или по таймингу хочет выбежать. Это же last round. Ой, замечает игрока великий. Тоже, а у нас открытый. Марик. Марик недоумение. Ой, пролагала ХЛТВ. Великий делает минус дар. Ну что же, Марик сейчас. Марик забирает великого. Ну что же. Пишет, ребята, good game. Всем спасибо, кто был с нами. Я напоминаю, что с вами был проект Хейтс. Say hello. Да, что-то я сегодня вообще не в духе. Напоминаю, что с вами был проект Say Hello, Окси. И не забывайте подписываться на наши группы и также на наших партнеров. Всем пока, до новых и, конечно же, будущих встреч, дорогие.